Я приветствую всех и каждого, с вами Баня, мы продолжаем проходить Last of Us 2. Перед вылазкой в эпицентр и, как мне кажется, к топляку нам дали возможность прокачаться. И я обещал в конце прошлой серии, что я пойму, что прокачать, но учитывая, что играю в другой день, придется заново все. Так, устойчивость дробовика мне, в принципе, устраивает. Устойчивость устраивает. Магазин. Стрельба очередями не нужна. Давайте устойчивость пистолета. Так. Короче, везде сейчас устойчивость прокачаем, где есть возможность. Так, у меня еще 50, да? Но устойчивость арбалета, блин, я и так с оптикой нормально стреляю, то есть здесь устойчивость как таковая не нужна. Давай магазин автомата прокачаем. Очередями я не хочу, мне нравится одиночный выстрел. Иначе патроны будут быстро уходить. Ну вот как-то так. У меня еще, кстати говоря, осталось. Скорострельность. Ну давай скорострельность прокачаем. Пистолет, от дробовика нормальная скорострельность. Хотя, наверное, лучше было бы дробовика. Ну ладно, не критично. Все, теперь точно все. Единственное, что я теперь могу зарядить больше. А, ну понятно, он уже заряженный. И здесь уже заряженный. Все неплохо. Ловить заряженными, как говорится. Огнемет чуть не дали прокачать. Наверное, это логично. Ну что, все, включаем. Что называется, аппаратуру. Единственное, что у меня нет кирпичей. Но это не критично. Бутылок где-нибудь да подберем. Ладно, все. Я решительно настроен. У меня сейчас уже не ночь. Я уже не боюсь, как в конце прошлой серии. Пошли они все в жопу. Ну чё, братва, налетай. Подешевело, да? Или что, можно нажать? Ага. Yes. Ну и как мы с вами любим говорить, да будет свет, сказал монтёр. Дальше напишите. Сами знаете. Ну где вы, мои сладкие ребятки? Назад дороги не дают, смотри. Вот суки же какие хитрые, блядь. Блядь, косой. Спокойно. Так, что мы с вами поняли? Что нихера на дальнее расстояние арбалет не охеренен, блядь. Ладно, как говорится. Претензии можно предъявить. Сука! Я ж тебя убивал! Я же его здесь убивал! Вы чё? Что такое-то? Я же его тут убивал, я как помню. Вы что же меня так подставляете-то, блядь?
Так, это одна большая, да? Помещение. Ну ладно, топляк в любом случае там вдалеке. С этими разобрались. Так, вот этот паренек что будет ставить? Будет, куда он денется? Так, с тебя что взять можно? Хорошо было бы еще, если бы с кровати вставали. Вот это было бы вообще замечательно. Было бы просто прелестно. Темновато тут, конечно. Самое главное, что ничего интересного я тут не нашел. В чем проблема? Так, отсюда они выбежали, да? Да, она отсюда выбежала. Ну, или она, или оно, или оно, или он, или они, блядь. Захотите, как скажите. Так, там вроде никого. Да я знаю, куда идти, что мне зайдет, ты понимаете. Игра считает, что я слишком долго думаю. Еще и в гараж, блин. А в гараже как раз будет мой друг Валера, блин. Вот специально, суки, не оставляют мне повода для отхода. Поняли, да? Что есть? О, там уже дверь открыта. Так, теперь вспомни, где я был, а где не был. Так, здесь я очевидно не был. Jesus. Ты что, хочешь, чтобы я там проползал, что ли? А, это чудо выбежало, да, получается? Побежала сюда. А здесь были заперты двери? О, бутылка. Я просто не помню, были здесь заперты двери или нет. По-моему, не было. Так, очевидно, что мне туда, как пить дать. Давай проверим, что здесь. Come on, give me something. Я же ее уже проверял. Please, look. Почему она активна? Тут я был, тут чё? Нападёшь, нет? Нет, туда явно не пройду. Тут, короче, гнездишко у них было. Ох, бля, пробежало тут что-то очень малоприятное, блин. Да знаем мы, что это топляк. Тут как пить дать, бля. Resident Evil, блядь. Часть вторая. Гараж. Никого. Не паникуй. Кто спустил все шинки у колес? Бля, ну сейчас здесь будет паника. На Титанике. Как пить дань, блядь, будет паника. Здесь можно будет заныкаться, если часть стреляется. Тоже не факт. А залезть можно? Не, нельзя, это было бы неплохо. А наверх? Наверх можно залезть, смотри. Если что, я могу вот так залезть и отстреливаться. Хотя, мне кажется, так себе стратегия, блядь. А сюда? А сюда не могу. Согласись, как-то нелогично. У меня опять зависание со звуком, бляха. Ну что, откроем сбор средств на новую плату записи. 4К. Шучу. Если уж мне жалко, то что уж говорить про вас, евреев. Так, что тут, что тут, что тут? Какой-то бесполезный гаражик. Надо его побыстрее уже забыть.
Ничего не валяется. Я просто проверить хочу. Нет, сюда нельзя залезть. Только на капот. Ну и что, его обыскивалось? Тут ничего нет, ничего. А, все, понял, понял. Готовимся. Выключи фонарик, блядь. Эпическая сила, блядь. Это что-то новое. Эпическая сила, блядь. Страшно же, я же готовился, но мне все равно страшно. Сука! Вот намутировал, блядь. Ебать, тулюсю. Я сразу побежал сюда, потому что я знал подвох. Думаю, если поворот сесть, значит мне не прямо. Я умный, блядь, чук-чук умный. Давай, 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 жгем. Напалмом. Так, что у нас тут есть? У нас тут куча всего. Бля, это какой-то Dark Souls. Надо... А что ты задыхаешься? У тебя же этот, блядь. Как он называется? Противогаз, ёпта. Я вообще нахожусь. Блять, какие-то эти, блять, 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 блять. Какая-то капзда, блять, происходит. Меня напрягали вот эти ребята, которые из него вылазят. И они что-то даже на меня не нападали как-то особо так-то. Лезвие, как оказалось, полезная вещь. Так, я что-то могу пилюрками прокачать, да? Давай вот это сделаем. Ладно, не так был страшен черт, как его малюют. Но все равно было стрёмно. Места, в принципе, тоже довольно много. Что
чтобы бегать. Ну такой малоприятный. Больше проблема в темноте, ничего не видно, и херами непонятно. А, он видишь? Он все-таки выжил. Он все-таки выжил. Давай-ка мы обезопасим себя. Возможностью скорострелить. Так, отсюда я прибежал. Здесь что-то валялось, ага. Очевидно, что нам за ним. Я просто хочу пособирать все, что плохо лежит. Тем более, что здесь вывеска supplies. Здесь же явно что-то должно быть. Ага. Да, здесь можно было лучше так отчаянно бегать, сопротивляться. Я думаю, огнемет помог, что? Не сказать, наверное, что критично. Лучше всего помогли, скорее всего, бомбы. Но было прикольно. Я думал, будет более многостаночный бой, когда он начал отделяться. Я думал, блядь, это прям, наверное, такой здоровый первый босс с такими приколюхами. Но он все равно довольно сильно помер. Ну, я его мочил, да, со всех артиллерий и охотничьим пистолетом. Я знаю, куда идти, я просто хочу пособирать все. Не нужны мне ваши советы. Просто бегал как ошпаренный, поэтому... Короче, бомбы выручают. Как они мне не нравились пару-тройку серий назад, так они мне нравятся теперь. Так, смотри. Я был здесь, и я еще не был вот здесь. Отлично. Знаю я, куда идти, но что вы меня дрючите? Да, забрался я, конечно, мама, не горюй. Great. Но, кстати говоря, где-то здесь нору-то и завалили. Где-то в этих казематах. Так, я что, тебя преследую, что ли? Или ты мне просто путь указываешь? Я на всякий случай буду ползти и прицеливаться. Жопа, как тут все заросло этим грибком. Я ничего не вижу. Куда стрелять? Я не мог прицелиться в любом случае. Ты же, блядь, какой хитрый. Ты меня боишься, что ли? Блять, ты какой-то мужик. Да я же, блять, уклоняюсь. Че так тесно тут? Бля, ну это какой-то хер с горы. Yeah.
Бля, ну это босс. Лечись, блядь, эстусы, блядь. Душный был пацан, душный. Где-то в морге, ну конечно, чего что его ожидать от морга, блядь. Явно не такой вот радости. Жестко он мутировал. Без вопросов, блядь. Жесткий поцик. Патроны дают мне те, которые я использовал, сволочи такие. С него собрать ничего не дали. Так, бомбы заполнили, аптечки не дают, обычного оружия не то что плохо. Хорошо, перезаряжаем все орудия. По одному патрону, да? Не, мне так не нравится. Так. А теперь сколько? Ну, пускай пока так будет. Блин, мне нужно побольше оружия. Это, ну, возможность менять оружие быстрее, то есть вариативность. Постоянно так вот залазить в меню и менять его. Ну это понятно, это обусловлено тем, что реально попробуй поменять вот количество оружия, это очень быстро. В этом есть своя логика. Так, я что, обратно в город пришел? Похоже, другой, да? Никто не поверит, что подумал. Говорит, да, Эбби, не звезди. Опять грибов объелось. Там лежат детали. Пошли обратно. Там же лежали детали, мне показалось. Да. Я нажимал залазить. Он решил меня обмануть. Чё, попахивает свежим воздухом? Ладно, мы пережили. Серьезное дерьмо. Looking for you. What did you do? Nothing. I told you to stay put. I couldn't. Your friends are all over the place. Did you get the stuff? Yeah. Now we just need to get the hell out of here. Так долго лазали, а вылезли прям в самом нужном месте.
You want to pet her? It's okay. Yeah, see? Well done. You can go see her now if you want. Is she gonna be okay? Yeah, actually. They're just kids. I know. What happened to us? Maybe we stopped looking for the light. Maybe. I'm gonna go check on the girl. Okay. Очередной сон. Запечатлённое одно и то же, и снится постоянно. День третий. Движемся неумолимыми шагами к той точке, от которой началась история Эбби. К театру. Но она еще, получается, не знает, что ее валит ее друзей. Bowen? Just me. What are you still doing up? I was changing Yara's bandages. Can't believe she's on her feet already. Yeah, well, scars are tough. What are they fighting about? Fuck you, Yara! I wouldn't leave you behind. Love doesn't want to leave Seattle. Owen invited them to come to Santa Barbara. That's his very Owen. I figured you'd have talked him out of going by now. Actually, I'm going with them. But not if you come. What? He may fall for your little act with these kids. But I don't. There's nothing to fall for. Isaac's top scar killer suddenly had a change of heart. Nothing to do with Owen, right? I haven't always done the right thing. You're a piece of shit, Abby. You always have been. I'm done with you.
You want to do right by these kids? Get out of their lives before you screw them over too. Shirt. Are you okay? How's your arm? It's better than it was this morning. Lev coming around? He will. Yeah. Do you mind helping me look for him? Is pretty worked up. Sure. He ran off this way. Прятки будем играть. Лев! Here, please. Why doesn't Lev want to go to Santa Barbara? He's worried about our mom, about what'll happen to her because of us. Should he be worried? He needs to focus on his own safety right now. What could happen to her? Sometimes parents are held responsible for their children's sins. But our mom is so devout, she'll probably be fine. Are there options for helping her? He can't convince her to leave. No one could. I'm more worried of what she'd do to him. Lev! Lev! I'm sorry! Lev, come on out! Lev! Lev! You know, I wonder if he saw this. He loves sharks. Loves sharks, but hates the ocean, huh? He really opened up to you. We bonded over our shared fear of dying. He said you were brave. You hear that? Lev! Are you in here? Hey, it's okay. It's okay. She just wants to play. Hey, girl. What you got there? She won't hurt you. Okay, watch. Go get it, girl. I think she wants you to throw it again. Okay, one more time. You wanna try? That doesn't seem like a good idea. She's not going to bite, right? Nope. I promise. Can I do it again? I think she would love that. We should keep looking for him. Lev!
do you think maybe he could convince your mom? If she saw him like this, she'd strangle him with her bare hands. How much did he tell you? Not much. I heard some of your people calling him Lily. For a long time, I didn't understand why he was questioning the laws, the traditions. When he explained to me how he felt inside, I told him he had to keep it to himself. I was hoping he'd snap out of it. He seemed fine for a while. But then he shaved his head. Like one of the men. It was suicide. Is that when you ran? First I screamed at him. I hit him. Find something to cheer him up. Come on. Ты что, правильно понял, что он это Лили, это он девочка? Shaved his head, I mean. Last week he got assigned his role in the community. He wanted to be a soldier like me, but they decided he was to be a wife to one of the elders. It's tradition. Poor kid. Where is Santa Barbara? It's in California. Where's California? Okay, so look, this is Seattle, and this is Santa Barbara. And our island? It's too small to see, but it would be up here. So far. Yeah. Good. Так, короче, пацаненок лысый, это девочка по имени Лили. Ну, как все как мы любим. Трансгендеры, лесбиянки, негры, геи. Все по уму. There's gotta be something left around here. We can do better than these shirts. Без боевки она не хочет перескакивать. Сейчас прилавок игры, я, говорит, так устала, побереги, побойся Бога. Ну, еще и пустой ящик, классно. Что мы ищем? Ага, вижу. What about this? Perfect. Mel's wrong, you know. You're a good person. You don't know me. I know enough. Abby, will you stop stealing my stuff, please? I'm sorry, I didn't realize you owned everything in the aquarium. Yeah, well, my aquarium, my stuff. I'm just kidding. Take whatever you want. You can't. Have you seen Lev?
Yeah, he was down that hallway. Okay. Can I talk to you? I'll catch up. She couldn't tell I was joking. I suck with kids. Yeah. They really like you, though. So, coming to Santa Barbara, right? I can't. Why? You know why. We can figure this out. Too late. No, it isn't. Look, I know it's a fucking mess. I know. But we can choose to be happy. Happy. We're allowed to be happy. You hear that? Going after her. After who? His mom. She's gonna kill him, Abby. Is the boat ready? Not yet. How much time do you need? A few hours. Fuck. We'll head him off. We'll grab a boat from the marine. Hey, she just had surgery. I'm fine. How else am I gonna find him? I'll go with you. Owen? They're heading to the fucking island. Exactly. I'm not gonna let her go by herself. Actually, you are. I can help. Yeah, by staying here and fixing the fucking sailboat. Get your priorities straight. Yara, let's go. Очевидно, что после возвращения с острова мы и найдем два хладных трупа на Эмэл. There's the marina. How you doing? I'm good. Okay. Походу нас ждет чумовой замес на острове Шрамов. Повсюду будут свистки. We dock some of our boats there. Okay. Так что у нас там? Все заряжено, перезаряжено. Четко. Так, минемет нам вряд ли понадобится. Если понадобится, то мы его возьмем. Сейчас упор будет на Шрамов. Wow. Not making that. Что ты предлагаешь? Я не это хотел. Я просто хотел проверить. Ну ладно, немножко умерла. Here. I've got you. I can do it. Дисковое оружие заново поменять. Так, здесь мы вряд ли что-то найдем. So, how do we get to your village in one piece? There are blind spots along the coast we can boat into. From there we'll follow back roads. They're safe? Safest option we have. Any chance Lev is gonna change his mind? None. He's too stubborn. Does he get what he's walking into? I thought he did. Got a soft spot for her. I mean, it's his mom. No, she won't see it that way. Я больше чем уверен, что мы обнаружим, что мама его и есть, это предводительница Шрамов. Но это так, предположение. Но оно прям читается.
прям в склад боеприпасов. Так, ну чё, давай сделаем вот это, пригодится. Тут ничего можно прокачать. Тут полностью. Скорость перемещения, чёткость режима звука. Давай чёткость прокачаем. Так, продвигаемся. How do we get to the marina from here? Let's just go around. Down this way. Какую-нибудь бы ручку, трубу там найти или палку. Try and keep your arm dry. Too late for that. Было бы неплохо. Дают для огнемета. Орудие дают. Так, здесь тупик, да? Что-то увидела тут. Глазастая какая. Stop. I've got it. Okay, go, go. Надо все проверить, что-то может отлежать. Это канализация, это же кладезь товаров. Boats are across the water over there. We just gotta get up to the road and go around. Okay, sounds good. Что-то чую, будет зараженная. Иначе какой смысл делать было всю такую промежуточную буферную зону к лодкам? Анна и к железу дуются. Не знаю, что это такое, виселица. Виселицу играли. Вики, береги себя, мою луку сегодня дважды стреляли. Похоже, придется ставить сети подальше в море. Там укачивает так, что хочется обливать, но это лучше, чем снайперы шрамов. Почему мы до сих пор не захватили эти садки? Вылазки на территорию шрамов не кончатся ничем хорошим. О чем вообще думает Айзек? Может, после этой смены дадим рапорт о переводе? Лучше перечистить всю картошку в мире, чем опять лезть под пули. Пожалуйста, осторожнее. Жду тебя дома, Кент. Кент, интересно, это кличка или имя? Ой, Кент. Будь осторожен. Что ж так много-то всего дают? Аж даже как-то неудобно перед ними. Ладно, пошли по лестнице. Stay on the dock. I'll go get a boat and pick you up here. No, I can help. Not with this. I got it. Okay. Okay. Кто с кем воюет, интересно? Такая перестрелка, как будто конфедераты шмаляют.
Реальная война. We're supposed to hit the island tonight. Then this pendejo showed up. I sent the guy to call for help. Backup should be on the way. Should be. I need one of those boats. Now. Why? Ask me later. Then I guess you're gonna help me take this guy out. Let's do it. Так, ну что, у нас снайпер, да? Stay low! Андрюха, выезжаем, у нас, возможно, криминал. Don't worry, we'll get him. Fuck these trespassers. What trespassers? Как так метки-то, блядь? Вот только мелкие перебежки, короче, только. The last few days, they came out of nowhere. Hitting us hard. Why? Don't know. Going now. Да блять, ну как так-то? Я уже упал. Жесткий кинтера. Тихо, тихо, Валера, нет, не мути воду. Не баламуть. Мэнни, куда дальше бежать? Ну, сука какая. Да, по-любому сюда надо. Это прям высадка в Нормандии, блядь. Почему по Мэнни он не стреляет? Fuck. What next? Gotta Так, пришлось на сутки целые отвлечься, но этот, сука, как его зовут, снайпер меня не достанет, потому что я... Чуть не утонул. Straight as fuck. Shit. Okay, what do you wanna do? Ну, явно что-то связано вот с этим. Let's get inside of that garage. We can use this as cover. I'm right behind you. Главное, чтобы эти... Бутыли не были наполнены газом. Так, ну по крайней мере у меня появился молоток. Это уже неплохо. И вообще дают пополнить запасы. Это значит что? Мы с вами же умные, чукча. Не дурак, чукча умный. Сейчас будем воевать отчаянно. Может быть даже где-то рядом верстачок поставили. Ладно. Сейчас приготовимся.
Так, во-первых, сделаем оружие ближнего боя. Во-вторых, что, по бомбам нормально, по всему нормально. Так, что, какое оружие у нас максимально эффектное? Это и это, да? Горящее оставим для всяких барбосов. Вперед. Бенни. Кстати говоря, дали бы нам еще на каком-нибудь участке игры за Эбби собаку в помощь, да? Помните, в одной из Call of Duty можно было с собакой играть? Ну, не играть, она напарником была. Так, я понял. А, он здесь меня простреливает, да? Пошел в жопу. Слушай, сколько у него там боезапас? Кто меня коцнул? Кто меня так сильно коцнул? А, снайпер коцает жестко. Бляха, сам далеко. Проблема, понимаешь, не в зараженных, проблема в нем. Что он тебя коцает в момент, пока ты с ними сражаешься. Двойная, блядь, угроза. Мы уже совсем близко к нему. Блин. Да ёкарный снайпер, блядь. Да бля, как ты меня достал. Просто нереальная реальность. Да в курсе я, что нам нужно. Вопрос в том, что он, сука, не дает ничего сделать. Тут же контрацептив. Так, что, я что-то подобрал здесь? Так, давай здесь хорошо осмотримся, здесь вполне возможно, что валяться может. Да, особо ничего. Go ahead, I'll cover you.
Если у меня будет выбор, убивать или не убивать, я его обязательно убью, бля. Where did he go? He couldn't have gone far. Down! Damn it! Да, блядь, да как все метки-то, ёптвою. Keep the pressure up. Watch out. Get down. Мне кажется, Мэнни не жилец. Жесткая миссия, жесткая. И типичная для Last of Us. Ох, блядь! Откуда? Откуда? Вот он, блядь, метка скотина, а? He'll be waiting. This way. You bring this asshole back to Isaac. You'll be golden again. Let's just see what's left of him once we're done. Как думаешь, что он здесь что-нибудь оставил? Мне кажется, по идее, не должны. Пусть птичка на него перевел. Куева, кукуева. Мэнни. Окей. Блять, ну я же был прав. Я помню, да. Кто был прав, блядь, как всегда, блядь. Игра престолов, мать его, в компьютерном исполнении. Хорошая превьюшка получится для серии. Ну все, гандон, прошу прощения за мат. Даже не знаю, что лучше на тебя использовать. Слушай, это прям серия изобилия, блядь, каких-то полубоссов. Слушай, как будто стимулирует делать бомбы, да? Бля, надо было аптечки сделать, что-то это плану. Ладно. Как-то сыкотно. Сука, притаился такой еще. И ты же здесь, блядь, паршивец, прячешься. Телефон звонит еще как не вовремя. Не было телефонов в этой игре, не было. Тебе больше ничего не положили? О, это же Томми.
что я не подумал. Точно, помните, когда мы играли за Элли, они говорили, что какой-то снайпер там в каком-то отсеке шмаляет. Что-то я не связал эти два факта. Если они на таком дальнем острове находятся, в чем проблема? Вообще должны быть защищены по максимуму. Че они туда в Сиэтл-то вылазят за провизией? За ресурсами? Where is everyone? No guards? They don't use this corner of the island. Look, Liv's boat. We have to catch up to her. Do you know where he's going? To our house. That's where our mom will be. How far is it? Across the island. Shit. What about your people? We'll take back trails. They won't see us. Ладно, с Мэнни угадали, давайте теперь подумаем, угадали мы про то, что матушка Яра и Лева, это и есть главное, это богиня. Да, это то, что мой друг сказал мне. Они используют шторм как cover для атаки. Если Айзек изменит свой mind. Твой лидер, Айзек, что он хочет? An end to the fighting. But at what cost? At this point, any cost. Up here. Are you good climbing that? It's the fastest way. Надо было мне после первого. Grabbing supplies, just in case. Короче, монетки, количество штатов, да? Надо собрать все штаты. Тогда будет тебе ачивка. Ну, как обычно, кто тут повешенный. Fuck. You know them? I've seen them around. I'm sorry about your friends. It is what it is. Воскресенье. Около трех мы со Скоттом высадились на восточном берегу. Информация от пленных в какой-то веке казалась правдой. Никакого сопротивления. Ищем возвышенность, чтобы развеять обстановку. Больше всего построек сосредоточен на южной стороне. На севере и востоке есть фермы и что-то вроде лагеря лесорубов. По всему острову видны небольшие группы зданий. Все деревянные явно построены после эпидемии. Похоже, эти психи не лгут, что хотят вернуться к природе. Попробуем подобраться к одной из деревень. Ждем ночи в старом доме в центре острова. Шрамы еще не рассчитали этот район, не расчистили. Подходящее место встречи для нашей группы. Их очень много, значительно больше, чем мы ожидали. Деревни укреплены, а по всему острову регулярно ходят патрули. Мы узнали даже больше, чем рассчитывали. Возвращаемся. Вернулись на место высадки и не нашли там лодок. Их отогнали от берега и затопили. Они знают, что мы здесь. Надо искать другой выход с острова. Lev asked me the same thing. I guess you don't deserve this. But also, I needed to. I had to.
Whoa. Is that your village? No, that's Haven. Ours is further inland. Don't linger. They might see you. Серьезный город у них, городок. Так, что сюда не перейдем, а куда тогда? Что-то не хочется она сюда перелазить. А, вниз? Куда идти-то? А, только после тебя, да, получается? Подзатупила игра, подзатупила. О, нет. Что это? Это наш предупреждающий сигнал. Твои люди здесь. И вся острова на тревоге сейчас. Нам нужно поспешить. Господи, дамит, Айзек. Что-то чувствую, мы засвидетельствуем Биг Бадабум. Сколько людей здесь? Около 1000. Сколько солдат? Половина из нас тренированы для комбата. What are the other half gonna do when my people get here? Some will hide. Most will fight. Да, замес будет здравый, я чувствую. Okay. Топор. Топор. Чё-то как-то, блядь, подозрительно тихо. Так, 4 удара, а у меня здесь получается 6 ударов. Ну хрен его знает, смогу ли я прокачать. Смогу. Ну, давай. Если что, вернемся за ломиком Гордона Фримена. Но я не уверен, что у нас будет такая возможность. Или я про нее вспомню. Так, орла этого оленя тут поприходовали. Так, давай, в первую очередь аптечками. Where is everyone? Там все остальное. Да. Дают пополниться. Вперед, чё? May her light guide us through the storm. When you're lost in the darkness, look for the light. What's that? Something my dad used to say. Слышу какие-то голоса. Да, явно уже дальше пойдет население недружелюбное. Дают арбалетные болты, хотят, чтобы я делал все по-тихому, да? Building on the right with the torches.
That gets us out of here? Yeah. We can cut through it. Perfect. Come on. Close the gate! Seal off the camp! Clear your mind. This is going to be a long night. Remember, only through fear can you find our true clear. Так, ну ладно, что, будем пробовать и потихоньку выцеплять. Или все-таки уверенно? Ну, давай попробуем, как обычно, потихоньку. Потом уже разберемся. Там, видишь, в чем проблема? В том, что там вот эти ребята другие. Так, я помолчу, потому что нужно быть сосредоточенным и внимательным. Мы сейчас прямо на видном, на удобном месте, блядь. Быстрее, пожалуйста. Как ты долго все делаешь? Этот паренек нас может сейчас запалить. Или вот этот. Возможно, мы в тех домах что-то пропустили. Но как-то мне вообще не... Блядь. Не запалился. Wolf in our village! Get to the Hunger Mill! You'll pay for this, Yara! Yara! Come on! Down here! Keep going! Don't let them escape! Forget that! We have to get to Haven! Прошли это место довольно быстро. Мы могли повоевать. О, это вофы нападают, да? Смотри, реально высадка в Нормандии. Сейчас будет биг бадабум. Они где? Ух, а это ты что ли? We'll cut through the lodge up ahead. Yara, back in the logging camp. Where were they taking the kids? We have shelters everywhere. If things get really bad, we'll take them off the island. Good. We knew this day might come. Жесть, могли запалиться. Be your surprise and let's go. Okay. Еще выше можно. Здесь горн, да? Здесь тревогу и подняли.
Охотничья бригада ушла, сели все в порядке. Томас носили дом в Старгольде, был очень шумно. Мэри заметили около купцов в канале, но не стала поднимать тревогу. Питер, Бенджамин, вижу возвращение охотничья, все в порядке. Легкий дождь. Томас, псы. Бригада на лодках подошла к восточному берегу. Это вот только что было, да? Буквально. С пылу с жару запись. Ready? Yeah. Так, ну очевидно, куда туда. Что здесь? Это их алтарь. Записульки всякие. Еретические. Пророче, слышь мои слова. Мойра была сильной и искусной воительницей, но однажды увидела, как патруль ее супруга Генри растерзали псы. Теперь она просыпается с криком и вздрагивает малейшего шума. Мы чувствуем жертву Генри, приняв на себя заботу о Мойре, но этого мало. Молю тебя, помоги Мойре вновь обрести душевные силы. Здесь таких, наверное, куча будет записулек им подобных. Да мы встречали уже эту ерунду. Вырезанные эти штучки. Да, как говорится, поможем, помолимся, боженька поможет. Мы несовершенны по своей природе, потому должны выглядеть несовершенными в ее глазах. Так учит Писание, так говорит старейшина. Но порезы на щеках до сих пор болят и чешутся. Хотя после церемонии прошло 2 недели. Ева говорит, что у нее было так же, но посоветовала мне не показывать слабость перед старейшинами. Ночью она устроила сюрприз, зашла ко мне в кожевенную мастерскую, пока я прибирался. Сказала, что ее бригада завтра уходит на территорию псов. Она явно боялась. Мы сидели и смотрели на огонь. Она спросила, помолвлен ли я. А потом, не дождавшись ответа, поцеловала в щеку и убежала обратно в лес. В этот миг я забыл о всех своих горестях. Бригада Евы до сих пор не вернулась. Пытаясь прогнать дурные мысли, я пошел в гавань на общую трапезу, но как и не обрел душевного покоя. Все было необычно тихо, кроме проповеди старейшины Дункана. Но даже она сегодня звучала по-другому. Старейшина сказал, что пророчество ведет нас к победе над демонами и восстановлению мировой гармонии. Но не обещает, что все это случится при нашей жизни. Это борьба вечна. Есть над чем подумать этой ночью. Да, вот эти старейшины... Религии, когда в любой игре про постапокалипсис присутствует такая община, да? Где парочка более-менее сообразительных ребят прибрали под себя власть под эгидой, блядь, общего религиозного спасения. Ну, в принципе, у нас сейчас примерно так же. Только под другим соусом. Ну, не будем углубляться в политику, а то политика углубится в нас. Через... Так! Магазин. Давай устойчиво сделаем. Дробовик до конца прокачаем. У нас, в принципе, во всех параметрах осталась только устойчивость. Он основной, скажете вы, возможно. Прокачала свой дробаш. Так. Устойчиво здесь. Давай, потому что что-то, блядь, как-то совсем-то нихера меня последней серии не радуешь. И что, смотри, какую штуку он спел. Так, ну что? Он, наверное, будет поустойчивее. Так, давай аптечки замутим дальше. Здесь у нас все нормалды. Здесь все нормалды. 38. На что мы можем потратить на задержку дыхания? Гавион на эту тему. Нахер не сдалась. Копим дальше. Great.
Так, куда нам? А, ёшкины матрешки, вон куда идти. Блять, ну что, будем играть детей кукурузы? Попробуем обойти. Но не факт, что получится. На таких локациях, кроме боеприпасов, особо ничего не найдешь. Инвентарных. Поэтому попробуем пройти эту локацию максимально эффективно. Я думал, может быть, за домом пройти. Поэтому выбрал это направление. Придется идти все-таки по центру. Надо было идти слева, да? Запалимся, палево будет паленое. Ну, в этой игре враги реально очень умные и очень меткие, блядь. Тут вообще не поспоришь с ними. Ты отворачиваться будешь, нет? Я жду, когда этот паренек отвернется, он, блядь, сегодня отворачивается. Значит, надо его отвернуть. Блядь, не попаду тогда. Так, здесь я слишком до хера. Если бы он свистнул, то была бы нам кабзда. Как говорится, хорошо, что он не свистнул. Спокойненько. А почему нельзя подобрать? Я что, не попал? Ладно, здесь явно есть места с боеприпасами. Но это явно очень неявно. Внимательные какие. Посмотри, прям какие, блядь, умные ребята. У
Очень хочется пройти это место незаметно. Надеюсь, получится. Яра, ты палишься, Липта? Даже не хочу оборачиваться. Фу. Вроде получилось. Педики все повыбегают на нас стопудово. Что, ты меня что ли подсадишь? Такой черный юмор. It's here. Come on. How's the arm? Hurts. Ну что поделаешь? Как говорится, нету ручек, нету мультиков. This way. Уютненько у них тут. Вполне даже. Так, чё. У нас, в принципе, по инвентарю все неплохо, поэтому я не парюсь по поводу небратья каких-то из инвентарных объектов. Интересно, есть ачивка в игре? Собрать вообще все, что в игре лежит. Но это даже не получится теоретически, потому что иногда бывает, что у тебя полный инвентарь, и даже ты нашел вещь, ты не можешь ее взять. Поэтому это недостижимое. Как говорится, нельзя впихнуть невпихуемое. Abby, help me. Ну я тут? Че, куда нажимать? Shouldn't we head back for our boat? No. I hear fighting back there. I hear fighting everywhere. There are lots of boats in Haven. That's what I was thinking. We can cut through Old Town, avoid the main roads. How far's Haven? Not close, but it's our best chance. Just keep following us. Either way,
Помидорки. Да, Сторм-то начинает сгушаться. Кстати говоря, у них здесь на острове зараженных получается нету, да? Не показалось, или заяц пробежал? Кто ничего не положил? Положили. Причем так не жадничали. Уходили в спешке. Пилюльки вполне возможно сейчас можем что-то прокачать. Ага. Да не хочу вас в задержку дыхания. Больше патронов для охотничьего пистолета. Скорость перемещения в режиме слуха. Давай это уже доведем до конца. Охотничий прокачаем, потому что я его активно использую при наличии всяких топляков. How's your arm? Arm's fine. I'm just tired. Yara. Mom believed with all her heart. I know. Then why would this happen to her? Our faith doesn't make us immortal. Loss is around every corner. She guides us. That's down the street. Тут уже современные постройки периода, так сказать. Мне в них как-то покомфортнее, не знаю, попривычнее, что ли. Сейчас придется, короче, и от волков, и от псов уклоняться. Мои пацаны. Так, ты хочешь туда. А я хочу что? Ну, я, видимо, хочу туда же. Сейфов уже искать не надо, мы открыли все. So many people behind. We can't help them. I know. Stay close to me. Okay. Oh God. We need to get off the street. Lev, Abby, this way. Тут уже нет правых виноватых. Тут просто уже что называется. Война в своем абсолюте. Слушай, мне что прикалывает, что игра в эти моменты не дает включать мне фонарик. Сейчас дала. Сейчас, сейчас сначала все хорошенько прочистим. Подзаберем. Все, что плохо лежит. Abby, we need your help. Кто бы сомневался. Становой 150 килограмм. Ну, кстати, топорик еще не в плохом состоянии, надо об этом иметь в виду. Just keep on going. Till the end. Yara.
пока они там страдают, я поищу нужные вещи. I need you to hear me out. What's that behind you? He saved my life. Move out of the way. We'll deal with you back home. He's not one of them, please. Abby, move. God damn it, he's just a kid. You have 3 seconds to get away from that scar. One. You really gonna shoot me? Two. I'm not fucking moving.